Всем привет, дорогие друзья! В этом коротком видео расскажу вам про торренты. Многие не знают, все устанавливают Windows 10, но не могут найти себе подходящий торрент-программу. Вот, значит, что хочу сказать. Программа используется для торрентов на Windows 10, хорошая только одна, который без вирусов и который реально устанавливается на ваш Windows 10. Вот, значит, просто либо пишем скачать QBitTorrent, переходим на сайт и скачиваем, там танцы с бубнами, конечно, чтобы скачать это, блин, надо долго подождать, но это единственная программа, которая работает на Windows 10. Вот, потому что многие, я думаю, сталкивались с этим, пытаешься скачать там BitTorrent, uTorrent, mTorrent, они ни хрена не устанавливаются и не скачиваются иногда даже, пишет антивирус, там ругается на них, и все в том же духе. Вот, поэтому, что я хочу сказать, у меня стоит Windows 10, вот мой uTorrent, сейчас покажу свойства своей системы. Так, свойства. То есть вот у меня, как видите, Windows 10 Pro 64-битный, и мы имеем вот он QBitTorrent. Вот, для того чтобы скачать торрент, вы можете перейти на сайт QBitTorrent, либо я добавлю ссылочку сразу на программу, вот на эту версию, на последнюю 4.39, в описании. Можете оттуда, в принципе, скачать и установить, и пользоваться, радоваться, так как другие почему-то не подходят. Не знаю, сталкивался несколько раз с такой бедой, но потом понял, что только эта программа работает на Windows 10. Ну вот и все, ребят. На этом манипуляции завершаются. Просто скачивайте QBitTorrent и устанавливайте, и радуйтесь скачиванием интересных торрентов. Вот и все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и пока.